Владимир Ильич Ленин вывел замечательную формулу. Социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Позвольте вывести формулу нашего фестиваля. Денисовский фестиваль есть симфоническая музыка, камерная музыка, это исполнители и слушатели, плюс программа «Электрификация музыки», которая впервые проходит в нашем городе, проходит неожиданно, и я полагаю, что она будет весьма любопытной и приятной для вас, дорогие друзья. Мы принимаем нынче гостей, которые впервые появились в нашем городе. Николай Судник, прошу. Валерия Кидеева, скрипка. И Рамиль Шамсуддинов, тромбон. И Николай Судник каждый свой проект, а следовательно исполнителей, состав инструментов называет определенным, порой поэтическим, порой весьма жестко, терминологически, какими-то весьма далекими, а может быть от музыки вещами. Итак, дорогие друзья, скрипка и тромбон нам знакомы давно и хорошо, и тем не менее рядом с ними ноты. Это, в общем-то, признак какого-то хорошего академизма и классического отношения, действительно уважительного отношения к труду музыканта и к звучащей музыке, и к слушателям. В закулисной беседе с нашими гостями выяснилось, что и кое-какие вещи касаемо формы образования и звучания музыки тоже весьма жестко и точно зафиксированы в нотах. То бишь, форма, определенные грани музыкальных разделов, как говорят музыканты, каданцы, музыкальная пунктуация, точки, запятые и прочие грани звучания музыки. Без этого любая форма, которая развивается в пространстве и времени, наверное, не имела бы смысла на свое существование. Но вот, честно говоря, то, что находится под руками Николая Судника, я не знаю, как вы, но я это вижу впервые. И я полагаю, что вот это совершенство и многообразие современной звучащей техники и технологии заслуживает особых аплодисментов. Прошу. Наверное, мы не будем испытывать терпение исполнителей и спрашивать у Николая Судника, а зачем там пружинки, а зачем металлические части? А зачем это, а зачем то? Я полагаю, что эксперименты в музыке начались с той самой первой тяги музыкантов, которая возникла, и человека, которая возникла у древнейших людей, взявших в руки тыкву, стрелу, струну, и обнаруживших, что мир звучит, что находящиеся с ними рядом предметы могут действительно превратиться в музыкальные инструменты, и таким образом они становились посредниками между человеком и Богом. Это действительно серьезные вещи, потому что эксперименты, они начались, наверное, тогда, если мы считаем, что поле и место и время для экспериментов – это лишь 20 век, а тем паче, может быть, наши дни. Ну, наверное, мы… Thank you.
Thank you.
Oh my God.